Привет, это я, узнали? С наступающим вас всех Новым годом! Если у вас нет новогоднего настроения, пусть оно появится. А если не надо, так и не надо вовсе. Вот. Мой спонсор новогоднего настроения – это конфеты ананасные. Только с ними у меня ассоциируется Новый год и праздник. И толстая жопа, конечно. Ну да ладно. Сейчас я хочу рассказать про свою любимую марку последних, наверное, месяцев. Это «Натура Сиберика». Я пользовалась ей 100 лет назад, а потом что-то как-то она подорожала и стала такая вся фэшн, и я решила, да ну ее вообще. А потом внезапно туда зашла и поняла, что у нее наконец-то появились новые хорошие серии, которые стоят минимально, а пользы и радости приносят максимально. Покажу все, что у меня закончилось, все, что у меня не закончилось, в общем, все, что я люблю, собрала и сейчас как вам тут выдам всем все, вот. Моя любимая серия у Натуры Сиберики это Crazy Deserts и Crazy Animals. Ведь это очень вкусный скраб, ну, подтягивающий. Слушайте, ну, серьезно, я не знаю, как скраб может подтягивать. Скраб хороший был. Очень вкусно пах воском, медом, прям вот натурально и красиво. И мне очень нравится его упаковочка, там какие-то медведи смешные и какие-то еще штуки всякие. В общем, очень он был натуральный и хороший, почти пол-литра, 450 миллилитров. Стоил он что-то рублей 300, по-моему. Ну, какая-то смешная цена, в общем, для такого объема. Также у меня был такой же скраб, но с другим запахом. Я про них уже рассказывала. Тот пах не очень вкусно травками, но делал свое дело хорошо, отшелушивал меня, прямо это шлифовал мне кости на ногах. Еще у меня осталось немножко такой же банки. Чудесные банки, прямо удобно их друг на друга ставишь и офигеть. Черная облепиха – это маска для волос. Она очень вкусно пахнет. Она пахнет так, как будто только что вот эту облепиху выжили вместе с листиками. И вот ей голову мазать и надобно. А обещают они, что она будет питать волосы. Ну, в общем, она не сушит волосы, и волосы после нее хорошо лежат, хорошо выглядят и очень вкусно долго пахнут вот этой вот облепихой, потрясающе. Поэтому я ее люблю и, скорее всего, куплю новую, когда у меня закончится это. В такой же банке лимонник на кедре, подтягивающее густое биомасло для тела. Но вот это не масло, это все-таки крем. Насчет подтягивания, опять же, не знаю, увлажняет хорошо. Пахнет лимоном и чем-то, ну, кедром, наверное, чего уж с него взять-то. Вот такое вот оно, и оно, ну, вот как обычный крем. То есть не очень густой. Тоже стоит там какие-то, я не знаю, 300-400 рублей, но за 450 грамм, сейчас я это уберу, тут смешной какой-то буйвол нарисован. По-моему, это стоит того. Самая моя любимая штука – это биогустой крем для тела. Вот опять же странно, здесь написано масло, а здесь написано крем. Хотя вот это именно масло было. Но, к сожалению, уже закончилось. Здесь тоже смешные буйволы. Баночка маленькая, но стоила чего-то вообще там 150 рублей. Он, вот запах, конечно, такой больше аптечно-маслянистый, но очень густое, как будто действительно взбитое воздушное какое-то сливочное масло отличного качества. Увлажняло и питало просто на ура. Куплю еще, но, к сожалению, вот последний раз я заходила, его в магазине уже не было. Видимо, слава о нем распространилась между моими 108 подписчиками. Все скупили все баночки. Ну, в общем, штука отличная, просто великолепная. Рекомендую всем на свете дарить, самим пользоваться. Прям класс. Совершенно случайно у меня закончились все мои корейские средства. И я попросила что-то, чтобы мне снимать макияж и не заморачиваться. И мне дали вот это. Это пенка для снятия макияжа с глаз. Но смывала ей макияж со всего лица. И мне не очень нравилось, честно говоря, потому что я не люблю формат пенки. Я люблю наносить на лицо что-то такое прям тяжелое, густое, потом смывать это все, ну, я не знаю, гелем каким-нибудь. Эта пенка мне не очень нравилась. Но
Макияж она смывала хорошо, стоила она порядка 300 рублей. Ее хватило достаточно надолго. Ну вот запах мне не нравился, это ощущение того, что ты умываешься ничем. Ну, кто любит пенки, тому это понравится прям 100%. Выглядит она вот так. Вот так. Вот так. Вот. И так вот, маме я купила в таких же чудесных банках витаминная густая биопена для ванн. И я не знаю, какие витамины может донести, конечно, пена для ванн. Но на ней нарисованы, опять же, мои любимые смешные животные. Она очень вкусно пахнет свежими, свежесмолотыми ягодами красной смородины. Она достаточно густая. Пена плотная. В общем, наверное, а что еще нужно от пены для ванны, чтобы она пенилась и вкусно пахла? Она пенится, и она вкусно пахнет, и стоит чего-то тоже там 250, может, даже меньше рублей. Чудесная вещь, тоже 450 миллилитров, или миллиграмм, миллилитров, 450 миллилитров. Рекомендую. И последние мои, значит, штуки, о которых я сейчас буду долго рассказывать, закатывая глаза. Претензий никаких у меня к регенерирующей сыворотке для тела Фитолайзер против растяжек. Ну, тоже такое, Фитолайзер. Ну, растяжек у меня новых не появилось, старых как бы и не было. Значит, наверное, либо я такая особенная, что у меня не появляются растяжки в связи с растяжкой всего моего организма, либо это вот Натура Сибирика, пожалуйста, помогает. Но вот уже что-то менее бюджетно, по-моему, там около 500 рублей стоит вот эта штука. Она быстро впитывается, она ненавязчиво пахнет, два раза в день я ее использую, и никаких нареканий нет. В общем, кому нужно что-то от растяжек, не такое, чтобы прям вот их лечило, вполне, вполне могу рекомендовать. И, наконец, вот это. Одна пустая, вторая полная. Ледяное дренажное экспресс-обертывание для тела от чего-то там. Для снятия отеков, для выведения жидкости и снятия отеков. Когда я первый раз его нанесла, я поняла, что зря я купила ледяное, потому что сейчас зима, и не очень приятно лежать, когда реально крючит ноги от холода. Это триндец. Я лежала, страдала, мучилась, продержала эти там 20 минут, которые нужно было продержать. Ноги крючило потом еще в течение 3 часов. Я допользовала банку. Неприятно пахнет. Ну, вот насчет вывода жидкости, ну, не знаю, я пользовалась таким... Всем вместе отеков у меня, конечно, стало меньше. Но вот этот запах, это ужасный-ужасный холод по всему телу. Реально трясутся зубы потом, просто стучат друг от друга. И это средство имело синий такой оттенок, который оставался на ногах. То есть мало того, что ногам холодно, они еще и синюшные, как у перемороженного цыпленка. Я думаю, совершила я ошибку, надо мне на этот раз купить горячее обертывание для тела. Ну, оно белое, это плюс. Оно пахнет более нейтрально, это плюс. Видно эффект, на самом деле, это тоже плюс. Но мне кажется, я получаю, не знаю, 70% ожог тела, когда я его наношу. Его надо держать 20 минут, вот 21 минута и все. Боль, тлен, это настолько горячо. То есть вот это настолько холодно, а это настолько горячо. Производители, пожалуйста, задумайтесь, зачем вы это делаете. Это, блядь, это реально больно. Это больно. Это боль жуткая. Потом вот эта вот горячесть, вот этот вот жуткий жар от ног и задницы, он сохраняется на протяжении 1,5 часов. Я рекомендую это всем путешественникам на север мазать себе на жопы. Вы никогда не заболеете, не замерзнете, потому что вот это будет согревать вас так, как вас мамка в детстве не согревала. И, в общем, ну, я даже не знаю. Я сначала нанесла от души, потом нанесла все меньше, меньше и меньше. В общем, даже если просто чуть-чуть вот так вот пык-пык-пык-пык-пык, все равно очень сильно горячо.
В магазине я видела еще горячее, холодное обертывание. Но мне кажется, что большинство потребителей могут реально получить инсульт после применения этого, когда сначала ноги крючат, потом их разогревает. Я не знаю, я допользую, мне нравится, в принципе, что вот этот вот эффект теплоты, он все-таки разгоняет как-то кожу и жидкость. Какую кожу? Что я несу? У меня уже мозг сгорел от этого. Он разогревает кожу и вот, наверное, какую-то там жидкость гоняет, там всякие эти там жиры мои несчастные. Ну, в общем, кто вот очень такой нервный, больше, чем я не рекомендую пользоваться этим, потому что это реально больно. Вроде все, что у меня осталось, на 99% из натуры Сибирики, вот именно вот этих серий, вот эта талассотерапия, Crazy Desert, Crazy Animals, это великолепно, рекомендуется к покупке всем. Пользуйтесь, пока есть, потому что вот сейчас я Новый год отпраздную и скуплю, наверное, полмагазина впрок, чтоб стояла, и я умасливала свои телеса всем этим прекрасным составом. Вот и все, что я хотела вам сказать. Не забудьте, что надо подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы вы были в курсе в моей жизни, потому что это очень важно для каждого россиянина. С наступающим вас, друзья!